эфире телеканала РАС ТВ программы «Разные новости». Все, что удивляет, развлекает и обнадеживает, в студии Кристина Лихачева. И Мария Хайдина. Сегодня в выпуске. Деревенские игрища. Язык без костей. Вирус любви. Классики и современность. Ну и еще много интересного и необычного. Мы расскажем вам то, о чем другие промолчали, во что невозможно поверить. Но тем не менее, все это произошло на самом деле, а участники героя этих событий живут рядом с нами. Среди участников этих соревнований нет красавцев-атлетов. Далеко не каждый из этих парней похвастает идеальной стойкой на параллельных брусьях. Но забудьте про Уимблдонский турнир, Формулу-1 и даже про Олимпийские игры. И обратите свой взор на Америку. Там всегда умели удивлять. Американцы, по крайней мере, на юге этой страны отдают предпочтение новому спортивному развлечению – деревенским игрищам. Нынешние реалии таковы, что благодаря обилию сельскохозяйственной техники крестьянам не нужно целыми днями гнуть спину в полях. И американские аграрии с удовольствием заполняют образовавшиеся в их трудовом графике вакуум метанием колесных колпаков, плеванию дынных семечек на дальность, жеванию табака и нырянию в ведро за свиными копытами. Особым шиком этих соревнований безоговорочно признается исполнение подмышечных серенад, в которых кто с большим, а кто и с меньшим успехом состязается и старый млад. А вот эти парни не могут похвастаться атлетическим телосложением. Уж очень они любят пропустить баночку-другую пивка вечерком. Зато с такими формами и весовой категорией весьма эффектно смотрится ныряние в грязевую лужу, которую до этого облюбовали местные свиньи. Кстати, что-то давно не видно этих хрюшек. Уж не их ли копытца вылавливали олимпионики из ведер? Возьму на себя смелость утверждать, что каждому из вас хоть раз в жизни хотелось прибить назойливого собеседника. Прихлопнуть, как назойливую муху, безостановочно тараторящего человека. Но не спешите браться за что-нибудь тяжелое. Лучше прислушайтесь. Возможно, вам понравится. Да, очень сильно. Я люблю поговорить. Даже мне иногда друзья говорят, ну, только тебя слушать можно. Ежели вы не жили возле ежевичника, но ежели вы жили возле земляничника, то значит земляничное варенье вам привычное, вовсе непривычное варенье ежевичное. Но ежели вы жили возле ежевичника, и ежели не жили возле земляничника, то значит ежевичное варенье вам привычное, и вовсе непривычное варенье земляничное. Несмотря на то, что в компании такого балабола особо не поговоришь, ты ей слово, а она тебе 10, Оля всегда в центре внимания. Незаменимая ведущая самых серьезных мероприятий, конференций и праздников в стенах своего университета, она поражает слушателей дикцией и скоростью разговора. Вот даже в КВН я играла вот в университете. Были специально написаны для меня миниатюры, ну, с быстрым разговором. Алло, Свет, да, я такую красненькую сумочку, она такая блестящая, да, у меня справа висечка висят, слева, да, бантик. Нет, не купила, Таня с третьего подъезда такая же, человек, как ты с такой же буду ходить? Нет, конечно, ты че? Девушка, можете помолчать, пожалуйста? Спасибо. Вот уж не скажешь про такого студента, что урок затягивает. Молниеносные ответы обеспечены, знай, только спрашивай почаще. Мозг у таких людей быстрее обрабатывает информацию, за счет чего и тараторят, как из пулемета. У меня было больше всех ватманов, самый большой диплом. Много всего интересного, чего хотелось рассказать. Ну, 12 минут – это рекорд, мне сказали, с тем, как я люблю поговорить. Казалось бы, лучше инженеру в ораторы пойти, но верность выбранной профессии находит компромисс с любимым увлечением. Я уже работаю по специальности. 5 дней в неделю по специальности, 2 дня для души. Аниматором я работаю, вот, и ведущим. Вот у меня так намечается свадьбу провести. Вот. Ну, это круто. Мечтая о звездной карьере, она участвует в кастингах и активно совершенствует свою дикцию. А тут-то капут тупо плещет. Конечно, столь радикальный подход к тренировочному процессу Ольге не понадобился. Наша героиня оттачивает мастерство различными скороговорками. За 2 года занятий в ее арсенале накопилось уйма сложных и не очень для произношения фраз, каждая из которых так подогревает спортивный интерес. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Корабли лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали, да не вылавировали. А топот копыт пыль-попли летит, пыль-попли летит, а топот копыт. А топот копыт. Не так-то легко перескороговорить скороговорщика скороговорками.
Порядка 250 слов печатного текста в минуту у Ольги как от зубов отскакивают. Не возникает сомнений об оценке за технику чтения в школе. Но все же до Фрэн Капа, которая за 54 секунды произнесла аж 603 слова, нашей героине еще далеко. С другой стороны, с таким стремлением и верой в собственные силы, кто знает, сколько еще держаться этому мировому рекорду. Илья Буторин, Дмитрий Ермилов, «Разные новости». Медики страны восходящего солнца бьют тревогу. В последнее время среди японских подростков значительно участились случаи заболевания конъюнктивитом. Но самое удивительное в том, что причиной всему – любовь. В последнее время среди японских подростков распространилась экстравагантная мода. Согласно новому веянию, чтобы выразить симпатию своей подруге, юноша должен лизнуть ее глазное яблоко. И что бы вы думали? Из-за популярности этого нового веяния значительно увеличилось количество случаев конъюнктивита среди молодежи. Новомодный ритуал стал легким путем передачи болезнетворных микроорганизмов. Первым моду на вылизывание глазного яблока заметил один из учителей, случайно застав подростков за этим занятием. Нисколько не смутившись, школьники ответили, что подобные действия являются актом проявления симпатии и давно вошли в моду. Исследователи уверены, что такая экстравагантная мода ворвалась в японское общество благодаря японским комиксам. Вы смотрите «Разные новости» на телеканале РАС-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Наверное, каждому из нас приходилось наблюдать беспорядочно разбросанную одежду. Но американец Белл Барсади увидел в этом потенциал для создания креативной серии фотографий рубашек, курток, брюк, очень похожих на забавные физиономии, которые лишь издалека напоминают тот бардак, который мы часто видим в своих шкафах. Одна из сетей ресторанов быстрого питания создала уникальный держатель для своего фирменного гамбургера, который позволяет сделать процесс поедания последнего еще более быстрым и удобным. С этим устройством нет нужды держать руками и подносить ко рту булку. И вообще устройство позволяет использовать руки для других целей. Генетик Хезер Дэви Хаббард собирает материалы для своей художественной деятельности прямо на улицах Нью-Йоркского района Бруклин. Благодаря жевательной резинке и окуркам, с которыми мог контактировать человек, она способна определить до самых мелких деталей его внешность и смоделировать ее в электронном виде. 3000 бесценных образцов приняли участие в чемпионате «Золотых рыбок». Плавающие в белых тазах и мисках, участники соревнования состязались между собой, определяя лучших в 12 категориях, таких, например, как самая длинная, самая тяжелая, самая стройная и так далее. Французский фотограф Лео Кейлард провел необычную фотосессию, одев античные скульптуры в современную одежду. Процесс превращения античных героев в хипстеров происходил путем наложения друг на друга фотографий, статуй и друзей мастера в аналогичных позах. Вы смотрели «Разные новости» на телеканале РАС-ТВ, и из сегодняшней программы вы узнали, в чем состязаются участники американских деревенских игрищ, каким даром обладает москвичка Ольга Гудкова, как выражают любовь и привязанность японские подростки, кто нарядил античных героев в костюмы хипстеров, ну и еще множество интересных фактов из жизни страны и мира. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что «Разные новости» будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До скорых встреч!